Дорогой друг, привет! Желаю тебе счастья! Пожалуйста, подпишись на канал, нажми красную кнопку подписаться и не забудь поставить лайк. Так ты оценишь мой труд и время, которое потратил на это видео. Я думаю, ты нажал подписаться и лайк. Благодарю! Так, мы научимся удалять ненужные программы, приложения, документы. Нажимаем впуск, нажимаем параметры, нажимаем система. Вот, смотрите, в память слева, и у нас в памяти мы можем включить, освободить место, удалить не нужно, да, лучше не надо. Так как, возможно, вам было есть некоторые файлы. Так, приложения и компоненты можно удалить тоже. Это ваш список программы. Да, и можно временно файлов тоже удалить, да, документов, там, другое, что у вас, там, какие, это, например, смотрите, что, где, что занимает место, например. У меня сейчас, я не буду обращать внимание, вы смотрите, как вы его уже видите, у меня 97 гигабайт, а у вас будет по-другому, да. Если у вас SSD, тогда можно обращать, а если вот так, как у меня, тогда можно не обращать, но все же у меня есть минус, SSD это все равно быстрее, чем обычный жесткий диск. Можно прочитать использование очистки диска, использование управления диском, да. Смотрите, укажу, что можно удалить, например, вы можете узнать.